отличается выращивание капусты и кальраби от других крестоцветных? Об этом вы сможете узнать из сегодняшней аудиостатьи. Слушайте о проверенных методах, как выращивать кальраби в открытом грунте. Капуста кальраби – отличный корнеплод, на вид неаппетитный, но под непритязательным внешним видом скрывается сочный овощ. Употреблять кальраби можно в сыром виде, в составе салатов, готовить легкие закуски и подавать с оливковым льняным маслами. Добавлять во вторые блюда, варить или слегка бланшировать. Фантазии есть где разгуляться. Как же вырастить универсального солдата крестоцветных? Как выращивать кальраби в открытом грунте? Посадить в легкую почвенную смесь, сдобренную гумусом. Разместить на открытом, хорошо освещенном участке. После огурцов, моркови, лука и чеснока, терновых культур. И обильно поливать. Место для посадки капусты кальраби выбираем хорошо освещенное, удобренное и достаточно влажное, но без закисания. Переувлажненные грунты будут основой для появления черной ножки. Избежать проблемы на низинных и затапливаемых участках можно с помощью хорошего дренажа. Грунтовая смесь для выращивания кальраби. Добавление органических компонентов. Известкование закисленной почвы. Разрыхлить плотный субстрат. Подготавливать почву к посадке кальраби нужно с осени. Повторить те же процедуры необходимо весной, перед самой посадкой капусты. Грядки перекапываются, удобряются, повторно рыхлятся и разравниваются. Не высаживайте на том же месте кальраби в течение 4 лет. Также нельзя садить после редиса, редьки, свеклы и помидор. Под запретом все крестоцветные, с ними кальраби не дружит. Подготовка семян кальраби к выращиванию в грунте. Семена перед посадкой обдуют горячей водой 50 градусов на 20 минут, после чего создают условия для стратификации, помещая на минуту в холодную воду. Одного круга процедуры будет достаточно для капусты. Далее можно замочить в насыщенном растворе микроэлементов на полдня. Завершающий этап подготовки семян к выращиванию – поместить на сутки в холодильник, затем сразу отправить на грядку, сеют только сухие семена. Уход за кальраби в открытом грунте – залог успешного выращивания. Кальраби формируют здоровый урожай при постоянном увлажнении подкормках и рыхлении почвенной смеси на грядках. В начале статьи мы рассмотрели предотвращение затопления и переувлажнения посадок, поэтому с поливом вопрос исчерпан. После каждой процедуры верхний слой грунта рыхлится. Подкармливать капусту кальраби в открытом грунте можно минеральными компонентами. 0,5 чайной ложки мочевины на 10 литров воды. Через 2 недели провести второе удобрение на основе 1 столовой ложки препарата Эффектон. Третья и завершающая подкормка проводится через 1,5 недели после второй. Использование 1/3 чайной ложки суперфосфата, 1/2 чайной ложки сульфата калия на 10 литров воды. В почвенную смесь в сезон дождей и при повышенной влажности воздуха вносят древесную золу. Весной, перекапывая почву, насыщают органическими удобрениями. Пишите в комментариях о ваших методах выращивания капусты кальраби в открытом грунте, а также в какие рецепты ее применяете.